Пойдем тут смотрим. Та пошелестела быстро. Тут не размотало, может и лопнуть. Что-то есть. Что-то есть. Тоже маленькая. А, нету. Окушок. Может, это и была. Может, это и была. Мимоходом пошла. Ладно. Ну и то хотя бы, смотри, обрыбились. Первая щука в сезоне. Да. Друзья. Радостно. Может, это и было. Спасибо хозяину. Ну что, можно чаек пить? У тебя живчик-то пойман, не? Кто бы знал. Ну, может, это и гоняло. Ладно, спасибо хозяину. Смотрите, какая. Возьмем... Свежие рыбки дома поедим. Ну что, можно костер полить? Щуку поймали. Да слушай, бензин есть, да. Пила есть, да, слушай. Халява. Настроение поднялось. Обрыбился. Раз. Хорошая щучка. Маленькая, но первая в сезоне. Ничего нету. Есть бензин. И этого достаточно. Смоленистая. Хорошо будет гореть. Сейчас тряпочку возьму. Намочим тряпочку. И не будем мучаться с костром. Абсолютно вообще зло. Как говорится, новые технологии. Да, Николай? Я говорю, новые технологии. Бензин в лесу. Давай эти перчатки дам. Есть. Давай перчатки дам, у меня есть. Ну давай аккуратней, Николай. Ну, что у тебя? Зажигалка замерзла. Пьеза кончается, да. Пьеза никогда не кончится. Это же пьеза. О, птички прилетели. О, птичка прилетела. Да. Висит. Надо хлебушка. А вон хлеб. Прилетела за мной. Синичка.
Понятно. Не хотел, друзья, разгораться костерок. Осень сырая была. Дерево напитало влаги. Сухару еле разожгли. Но самое главное, схватится сейчас. Будем потом подкидывать полежки. Вот. Ну, пока тишина. Пока тишина. Одну щучку достали. Ждем других. Ну, всего 5 желез у меня. К рыбалке особо не готовился. Поэтому, в принципе, на 5. Если клевать будет, можно и на 5 штук наловить. Вовремя только живчиков меняй. Вот такое вот красивое озерко. Полюбуйтесь, маленькое. Глубокое. Ну, Николай, ты тут на целую уху дров наложил. Когда некогда, разожглось, да? Давай заварим. Чай. А у меня и нету заварки. Есть? Не, а в котелке забудь. Ну, выход будет еще, не? В 3 часа выход будет. У щуки выход будет в 3 часа, не? Ложи. Давай. Мне с корой. Люблю с корой чай. И тащишь. Эх, как печет. Классный чаек. Хоть из пакетика, все равно. На воздухе. Температура комфортная, да? Минус, наверное, 2, наверное, где-то. Минус 4, может. Вчера вечером было минус 4. Были звезды, потом затянуло небо, значит, холоднее не стало. Подкрепиться уже хочется. Сразу надо было поймать живцов и поставить жерлицы. Мы всегда так делаем. Я тебя поймал, правда. Всем недоволен. Нет, ты говоришь, костер. Пока бы костер разжигали сырой сухары. Времени бы ушло. Предкам надо в костер положить обязательно. Пращуром маслица помазать. Не, давай положим. Быстрых углеводов надо. Хотя у меня сладкое есть.
Он где последняя стоит. Как давно ты, Николай, рыбачишь на этом озере? С какого года? Ну, где-то с 80-х. С 80-х? Наверное, тебе кто-то его показал? Или ты сам нашел? Я говорю, сам искал, вон там полдня лазил, потом на дерево залез. Где-то вот это объяснили, что от камня. Ты как Маугли, короче говоря, не мог... Вот, по вот этим осинам от репеляции. Ты как Маугли не мог найти озеро, залез на дерево, увидел, где просвет, да? Ну. И каких щук ты тут ловил, расскажи. Ну, первых двух поймали мы, самых первых поймали. И первый раз, когда приходил, я с каменным 2 килограмма. Тут больших ловил? Вон. Ну, сколько? По 3 килограмма, 2 были. Одна вот здесь взяла, другая вон, где дерево лежит. Там. Пожалуйста. Ну что, не нашел ножик-то? Не нашел пока. Здесь потерял. Куда-то положил, с переездом. Подаренный был, у Шорика что ли потерял? Да. Кто не подобрал, наверное? Да нет, он у меня в квартире где-то с переездом. А этот потерял, когда с были... С этими переездами замучаешься. Чуваки, когда были там на этом, на Сойде, по-моему. Нет, без шлика потопил. Че, я там нож терял, что ли? Ты терял, конечно. Ты не помнишь, что ли? Пришел стороной там. Очки я там оставил, да, потом пришел, их не было. А нож? Не помню, что я нож там терял. Еще один ножик у меня у домика лежит. Еще один на речке. Самое главное, мне понравилось это озерко. Я буду сюда ездить. А ты здесь ловил-то как? На удочку, на жерлице? Ну, жерлицы у тебя не было, понятно. Рогатки, на рогатки ловил? На спиннинг с ячменем ходили. На спиннинг, на рогатки, подводные. На спиннинг больших ловил? А? На спиннинг больших ловил? А, ну, там 3,5 чешменя было поймал. Там, ну тут они толстые, но короткие. А если рыба отличается это везде, на озерах. Саныч, что возьмет что-нибудь, а? Может быть. Если ночевать, Коля, так надо еще за одной железкой съездить. Раньше ходили эти, осинские-то ходили, вон, по той стороне ручья. Тропинка там была. И вот где были, где эти лежат. Лес там все вырублен был. Даже вон на берегу вон там все вырублено. И с этой стороны. Тайгу не щадили, да? Кроме ленки были. Корову пошли осенью. Где машина стоит. Мостик деревянный был. Это Тимофеевич корову пригонит, шлагбаум ставит. И корову уже вот здесь через делянки и уходят по этой стороне ручья. Там идешь, там возвышенности такие, ну как куда-то поднимать. Знаешь, копытами выбиты, как ступеньки такие. Вон там тоже идешь. Тоже такие же эти канавки от копыта. Ну по одному месту ходили, когда убивали. Что, ты все попил? Друзья, изумительный чаек. Ладно, я-то сейчас поеду за железками съезжу. О, вроде как этот небо светлеет. Подразогнало тучи.
Просто не смог я вырулить. Получилось ДТП. ЛесоТП. Лесо... Лесопроисшествие. Да блин. Вот они, ребята, я один уже унес на полпути. На собаке неохота все ехать тут. Пилить много на поперек. Сейчас этот почищу и понесу тот. Вернее, этот понесу. Ну сколько тут, не знаю, метров 300 до собаки, наверное. Так, как тебя одеть на плечо-то? Так, ну давай, родной, попробуем тебя. Я говорю, тут железо. Не на одну зарплату. Только надо искать этим металлоискателем. Опа, что? Все, пошли, друзья. Это все после делянок, то есть технику лес рубит, техника сломалась, запчасти привезли, новые поставили, старые бросили. Так и жили. Не экономили нисколько. И получилось, что потом это все развалилось. Пришел капитализм. Ладно, несем до собаки. Метров нет. Там собака в горе застряла. Не смог что-то в гору уехать. Ее развернем. И уже поедем. Погрузим и поедем. Неохота было вон там, смотрите. Много поперечин. То есть это все пришлось бы пилить. Либо объезжать. Снега мало, поэтому, наверное, лучше вспотеть. Уже пока пилишь, еще больше вспотешь. Озеро вон видно. Я говорю, что было бы. Лед был бы, ну, нормальный. Я бы тут проехал, да и снега было бы уже. Вот этот донес до сюда. Бросил. Фу. Не знаю, килограмм 30 по ощущениям. 35. Может 40, но вряд ли 40. Может 40. Железо оно так распределяется, что непонятно. Так. Фу, дотащил один. Друзья, Коля что-то идет. Что, не клюет, что ли? Сломался или что? Да нет, я в гору не выехал, она это не зашла, заглохла. Ну, датчик сработал. Ну ты бы дорогу показал сначала. Не выехать, что ли? Разверни ее, пока я за вторым схожу. Он тут недалеко. Или ты сходи, а я разверну. Ну а что, вниз отцепи только эту сцепку, отцепи. Вниз ее, скати к диску туда, там. Потом уедем. Ладно, хоть не в гору тащить.
Ладно, или она оттуда притащена, там на дороге лежала с покрышкой. Ручейка там. И туда идешь. А вот это туда идет и к Мутовскому. Ну слушай, где... надо выходить на новый уровень, покупать металлоискатель. Там, наверное, еще железо куча целая. Ладно, да, ладно. Но... Давайте, ребята, сейчас поедем. До костра поедем, не буду снимать. Сейчас, ребята, еще чаечку захотелось мне после физических нагрузок. Чашечку набрал. Не знаю даже, сейчас пока оставим, наверное. Съездим еще в одно место, чтобы выйти в плюс. И потом уже решим, домой позвоню, если шибко надо домой. Жена хотела куда-то идти там. То оставлю, Коля завтра заберет. Если шибко не надо домой, значит останусь на ночь. Может даже баньку по-черному можно стопить. А завтра приехать сюда, порыбачить и посмотреть. Вдруг что клюнуло. Нет, да Коля завтра сходит, заберет. Вот такую щуку достанет. Но мы уже этого не увидим, так как Николай, к сожалению, не снимает видео. Снимаю только я. Николаю это нафиг не надо. Да, круто. Раньше как-то замечаешь уже по жизни, что идешь там, когда первый лед, когда там открытая вода, а сейчас уже время настолько быстро стало лететь, что ты просто не успеваешь. Вроде я недавно со спиннингом ходил на речку. Неделю назад лучили, льда не было. Вот. Поэтому, как говорится, из-за этого все такие вот случаи, что собаку весной поставил, время вот так вот щелк. Смотришь, уже на первый лед надо ехать на собаке. Ни масло не поменено, не заводилось, цепочка заржавела. Отговорки, конечно, все. Полдня потратить, все можно сделать. Но что-то как-то не досуг все время. Наверное, ни у одного у меня такая проблема. Напишите в комментариях, кто с таким сталкивался. Все какие-то туда-сюда мелочи. Хотя, наверное, эти мелочи, это и есть мелочи, собаку обслужить. Ну, давай грейся. Вроде как и неохота даже отсюда уходить. Охота еще побыть здесь. Озерко мне по душе, ребята. Озерко по душе, хозяин. Приветствовал хорошо щучкой. Пускай небольшая, но свежая. Вот, отличная щучка. Номер один в сезоне. В прошлом сезоне первая была на полторашку на озере Икс.
Ну ладно, допиваем, доедем, друзья. Удочки надо смотать еще. Да, теперь бобры роют ямы в дороге, заразы. Тут запрудил трубу, уровень поднял. Там он ручей, там что-то там наковырял. Вот. Ну все, доехали. С этими. Бензин, еда. Сейчас грузимся, едем домой. То есть еще в одно место заедем. Что там? Интересно, нашел.